По доброй традиции 9 мая в Лабытнангах проходит легкоатлетический кросс за счет городской спартакиады. В день празднования Великой Победы на дистанцию вышли как представители школьных команд, так и взрослых. На финишной прямой участников забега встречали не только группа поддержки, но и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. По сложившейся традиции первыми на линию старта выходят юные участники забега. 6 школьных команд, 72 спортсмена, 12 этапов и дистанция протяженностью в 2 километра. Для Юрия Стужука это первая эстафета. Чувство ответственности перед родной 5-й школой задает боевой настрой перед гонкой. Выиграть хочу, конечно. Хочу, чтобы в тройке хотя бы быть, чтобы команда заняла призовое место. 3-я школа на участие в легкоатлетической эстафете заявила сразу 2 команды, причем одна из них бежит не зачета. Выпускник Юрий Гавралов, можно сказать, ветеран соревнований. 7-го класса он с честью и отличными спортивными показателями отстаивает доброе имя образовательного учреждения. Каждую свою победу молодой человек посвящает людям, которые подарили ему и миллионам людей мир на земле. Надо, конечно, сказать спасибо нашим предкам, великим. Вот с каждым разом, когда стою в зале, я вот понимаю, какой вклад они внесли в нашу жизнь, что ну вот когда мы видим, что сейчас происходит в новостях, мы понимаем, что это на самом деле не так уж, как можно пустые слова сказать. Это на самом деле очень сильные слова, поблагодарить их, потому что без них вот нас не было. Вот я все больше, вот чем старше, тем больше понимаю значимость их подвига. Отмашка судьи. Спортсмены с эстафетными палочками в руках ринулись навстречу победе. В путь исследования по центральным улицам в целях безопасности юных спортсменов сопровождает патрульная машина и карета скорой помощи. На финишной прямой громкими криками лидеров забега встречает группа поддержки. В очередной раз триумфаторами эстафеты стали легкоатлеты 3-й школы, выиграв не только гонку со значительным преимуществом, но и став абсолютными победителями спартакиады учащихся. Мы первые! Трасса сложная была? Ну, нормально. Хорошо, что ветер в спину был. Удобно было бежать. Не подвела школу. Это было очень тяжело. Ответственность была большая. Так как за школу, все-таки за любимую. Вот. Но... Девочки, сейчас я дышусь. Вот. Бежала все. Вообще тяжко под конец. Но ничего, мы боролись. И мы вторые. Чтобы не было споров, сколько же лет мы побеждаем, мы начали в архивах копать наши вот местные газеты. Вот сейчас дошли по архивам до 93-го года. Вот в 93-м году было написано, что мы пробежали первыми. Это, ну, если брать сегодняшний год, то это уже 21-й год подряд, доказанный с помощью газет. Но мы же побеждали еще и в предыдущие годы, поэтому сейчас дальше розысками занимаемся. Вслед за школьниками на старт вышли представители 8 взрослых команд. В легкоатлетической эстафете, в отличие от молодежи, им предстояло преодолеть дистанцию в километр, то есть один круг. В числе первых, кто сорвал красную ленту победителя, стал Кирилл Севентеев, бежавший за команду «Динамо». Давай, красава! Маленькая дистанция, не успел устать. Еще бы пробежал. Да, 3 километра. Силы участникам забега растрачивать не стоит. Впереди у них еще 2 вида соревнований в зачет городской спартакиады трудящихся – кросс и волейбол. А что касается победителей весенней легкоатлетической эстафеты, их 9 мая горожане чествовали на площади Владимира Нака. Награждение лидеров забега поставило точку в народных гуляниях по случаю празднования Дня Великой Победы. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».